Всем привет, ребята! Меня зовут Катя Адушкина, и да, сегодня у меня будет достаточно необычное и нестандартное видео для меня и, в принципе, для моего канала. Так как вы обожаете скетчи на моем канале и постоянно просите снимать их все больше, больше и больше, потому что вам нравится, наверное, смотреть на мою актерскую игру, которой нет, наверное. Но сегодня я решила снять такое видео. Зал ожидания против реальности. Потому что, действительно, в зал я хожу, наверное, около уже полугода, и у меня было много, например, каких-то таких ожиданий, которые не соответствовали реальности. И я думаю, что многие мои зрители, даже если еще не ходят в зал, то собирались, или у них есть какие-то представления о том, как будут проходить их тренировки. И в этом видео я покажу, как на самом деле в реальности все это происходит. Но перед тем, как вы отправитесь смотреть супер классное юмористическое скетчевое видео от меня, я бы хотела вам еще раз напомнить о том, чтобы вы подписывались на мой канал. Я думаю, что очень многие знают, что у меня давно есть мечта, о которой я неоднократно вам говорила, это 5 миллионов подписчиков на моем канале. Именно поэтому сейчас практически в каждом видео я вам говорю о том, чтобы вы подписывались, потому что это все не просто так. Я реально хочу, чтобы летом я уже отпраздновала эту круглую сумму, так сказать, на моем канале, потому что это безумный для меня показатель того, что вы любите меня, того, что вы смотрите меня и хотите видеть новые видео и проекты какие-то на моем канале. Сворачивайте, немножечко пролистывайте вниз, вот так вот, чуть-чуть вот туда вот пролистывайте, вот туда вот. И смотрите, какого цвета горит ваша кнопка подписаться. Если она красная, вот так мерцает, горит, показывайте им своим видом, чтобы вы на нее нажали, то быстрее, не поленитесь и все-таки нажмите на эту красную кнопку. Она выглядит вот так вот. Вот она, красная кнопочка, на которую вам нужно раз и всего лишь просто нажать. Это займет всего лишь одну секундочку, чтобы проверить, посмотреть. Сейчас на самом деле YouTube, я слышала, очень многих людей отписывает просто тупо от каналов, и кто-то может даже не замечать, поэтому реально просто перейдите и посмотрите, подписались ли вы или еще нет. Все, мое лирическое отступление закончилось, и я наконец-таки могу отправить вас смотреть мое видео со скетчами «Зал ожидания против реальности». Приятного просмотра! Да потом... С понедельника когда-нибудь начну там со следующего. Хорошо прошло, тренировка закончилась, можешь идти отдыхать. Спасибо большое. Да еще пойду на кардио схожу, я тут не устал совсем. Все, спасибо большое.
Да, конечно. Через 15 минут я буду на месте. Да, до свидания. Спасибо.
интересное и смешное, я надеюсь, для вас видео у меня получилось. Возможно, не так часто на моем канале выходят скетчи, потому что это реально огромный труд, много времени, чтобы писать и сценарии, и делать качественную съемку. Я надеюсь, что вы видите, как мы стараемся делать это для вас. И если вы хотите больше видео, больше клипов и вообще всего-всего контента на моем канале, если ты дошел до этого момента и еще в начале этого не сделал, то напоминаю, переходи и подписывайся жмякой на эту красную кнопочку. Я буду себя очень сильно благодарна. Также пишите какие-нибудь идеи для скетчей, которые вы бы хотели видеть на моем канале. Я буду снимать все-все-все для вас. И да, ну вот и все. Это было все. И всем пока-пока.